Ну, вообще антураж очень. Красота какая. А что производство вообще? Может, кто-то его возьмет? Не знаю. Это все оригинальное, да? Да, все оригинальное. Там с Путиным-то нету? А вы что, фитнес-бум еще? Не надо. Сами делаете? Да, это такое, как бы, стрит-арт. Друзья, всем привет. Сегодня мы втроем будем шляться тут. Я, Макс и Костя. Вот. Естественно, взяли вискарика. Сегодня повеселей будет, наверное, выпуск. Все, приятного просмотра. Погнали. Друзья, какой спиннер прикольный с пулями. Да. Неудобно просто ни одной рукой. Вот так делать. Вот. На подшипнике. Что ты уступишь там? За 400, да? Тяжеленький, прикольный. На глухо. А ножик сколько стоит? 250. Рация какая-то иностранная, 5000 стоит. Торговаться? Ну да. Я, говорит, побухать. Ну хорошо, нету никого, пока только пришел попозже, я тебе звоню, да, Алексей, попозже ты звонишь. Давай. Цены интереснее. Значит, ты цена так поставил, просто, конечно. Ну, они на ходу. Ну что, кировские? Такие симпатичные. Ну, они на ходу, рабочие. Это вот того, это мужик, вот этот, у него коллекция, это коллекция. А продал, кстати, такое кольцо одно. А ты говорил, да. Это вот этого мужика. Вот это у него было, что-то еще. Вот эти какие-то часы я притяну, я не знаю, сколько даже их ставить. Вот какие-то братья перед. Знаете, да, шикарно. Они тоже на ходу, что ли? Да, я не знаю. Знаешь? А здесь, видишь, этого нету. Типа, угу. Ну, чисто это, наверное. Эти хорошие. 84-й, наверное. Ну, да, 84-й. Должна пробовать стоять. Да, там есть, стоит. Вниз поднимаешь, да, вторую там стоят. Вот такие какие-то тоже у меня есть. С ключом, короче, состояние, видишь? Вот. Не знаю, 20-й просто, ну, так чисто. Угу. А, ну, ты выкидывал в группу, да? Да, по-моему. Не знаю, короче, какие-то часы попадаются. Если приходит хороший покупатель, он у тебя по подсвечникам есть в запчастях? Там хочу люстру сделать. Блин, запчастей нету вообще. Ну именно вот чтобы вот эти сами подсвечники. А, понял. Вот что есть, вот так. А по лампы вот какие-то тоже запчасти лампы нету? Запчастей вообще нет, я их не беру, кажется. А поездить, может, поездили по этим, по этому приему, потому что там. Это она заморозится. Да, это, да. Тут не продают. А из кузнецовской посуды что есть? Из кузнецовской, что-то только сейчас эти вот, с чашками кофейными. По 4000 отдам. А, ну эти, ведь, ты знаешь. Я снимал. Больше особого такого по кузнецову сейчас нету. Нет, еще по кузнецову ничего нет. Не будет, я думаю, время должно быть. Ну, у тебя много их было, да, распродал ты? Ну, всякого, да, там по чуть-чуть она появляется. Ну как, когда случится. А там цены везде указаны. Какие-то...
какие-то тарелки бывают, какие-то. А вот корневые братья мои. Три тарелочки есть. Одна чуть поглубже, другие чуть поменьше. Это старые советы, это ранние советы. Ну, слушай, дешево, ну как, нормально. Ну, нормальная дешево, да. Цена такая, не сильная. Не беру сейчас, это как бы не это, понял? Это ж это, переходная, да? Это клеймо переходное. Да, 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 20-е годы. Блин, ну это вообще... Еще рисунок, видишь, не поменялся? Да. Блюдо, большое блюдо. Нормальная тема. Да. Еще рисунок не поменялся, они свои не придумали, а уже лепили. А уже лепили как бы свои клеем. Они, в принципе, ничего и не придумали. Понял. Они, по сути, наверное, только посуда стала на 70-80-х годах более-менее какая-то. А так она, как в детском саду, цветочка делает. Что с ним вот самоварчик у меня такой же появился расписной такой. Что прикольно, вазы вот прикольные, друзья, приходите к Артуру, покупайте, да. Всего лишь 15 тысяч. Знакомые, знакомые вазы. Ты точно не поставил, да? Здорово. Сейчас, сейчас, Лёх. Подожди. Говори, говори, Лёх, я быстренько, потому что я товарищ еще встретил. Они все разные, что ли? Все разные. Все разные. Много там, не знаю. Наверное, по 50, по 100 рублей. Вот он, вот он. Здорово. Че, уже что-то приобрел? Да, серебрище. Покажи. Покажи. Ну вот видишь, пока ты снимаешь, надо идти уже серебра набирать по 200 рублей-то. Серьезно, подвесил? За хорошие покупки. Погнали. Фотографируй. Ну я же блогер, я к вам не первый раз подхожу, вы меня всегда даете поснимать. Ага. Год указан там? Птичка какого года? Да война. Птичка, понятно. Война. Так, цена 45, да? 40 или 45? 45. Вы мне всегда даете снимать. Вы же с Калуги, да? Да. Калуга. У меня батя тоже с Калуги. Да. А, тут все дела. Да. Слушай, прикольно, прикольно. А так, минимальная цена. Ну, выговорите вот свою цену. Можно достать? Там это что-то, это, наверное, это такое. Не знаю. Это все оригинальное, да? Да, все оригинальное. Ничего себе, вот это... Это вещи. А, другой стороны. Говорите, мы договоримся. Меня же с этой много кто смотрит. Я имею подписчики. Потом я приду к вам, куплю. Я как бы работаю, как они видео снимаю, они заказывают, я приду, прихожу, покупаю. Что там жидкость? Нитрозоотравляющих веществ. Применялось. Это царская фляжка сколько? Да. Сколько она? 9000. А стеклянная? 6,5 РКК фляжка. Своя пробка РКК. Ну. Шикарно, да. Тор уместен небольшой. А хлорница сколько стоит? 100 рублей. Любань, ну что, пристроил? Вся история фабрики и плюс вот такие вот товарные ярлыки по всему миру. Интересно. Фабрика была в Москве и в Наро-Фоминске. До сих пор она там существует. Вот магазины по всему миру. Это был известный символ. И сколько такая? 12 тысяч рублей.
Интересно. Это уже такая вещь историческая. 908 год, да? Рабочие фабрики. Все одинаковые. Все в головных уборах все, да. Все аккуратненькие. Да, аккуратненькие. Икона вверх ногами. Ну, все поправили. Непорядок. Непорядок. Там с Путиным-то нету? С Путиным забрали. Бинокль почему вошло? 6500 бинокль. Вот. Это порядок. Загорский, да? Ну да, наверное, да. Там ну, такой знак-то вот какой-то. С Путиным взяли по две елки на мотылке. Вот там нормальные, смотрите, какие фотки. Смотрите, какие ритуалы воинские там. Это такая за 500. И такая вот за 1000 там Медведев выступает. Там. Ну, там сейчас посмотрим, что там еще. Ну, это такая тоже за 1000 Медведев. Ну, такую за 500. Ну, не знаю, такую за 500 можно. Патриарх там, наверное, за 1000. Ну, в общем, Да. Интересно. А откуда вообще? Откуда такие? Из Кремлевского пула. Вот такие вопросы. Какие. Оттуда. Из глубины. Да. Почем? Коробочки мои. Рублей по 200. По 200? Сейчас мы. Блин, там досмотрят. Подведем. Мне, кстати, привезут икру же, я тебе беру. Да ты уже полгода рассказываешь мне про эту икру. С предпоследнего стрима ты там. А такая с Лениным, это что такое вообще? Подстав, корпус, стекло. Или коробочка. Я вот не пойму, это коробочка открывается? Коробочка. Сколько стоит? Она вот так вот просто выдвигается. А, сколько 300 стоит? 300 рублей, это корпус стекло или что-то такое. Сколько? 300 рублей. Драка будет, драка. За консервную банку. Я говорю, что с консервной банки сделали. Да какая консервная, ты что гонишь? Я тебе говорю, это консервная банка, ее, видишь, загнули. Зачем, почему племя? Ну, сардину привезли. Да, конечно. Шведы, что делали. Нет, так тема, она и ценнее. Это рыбная тема, и вот она фитиля туда заправлены. Вон они там. Ладно, самоделка. Берешь? Да. Красавчик. Одобряю. Конечно, вы там сами понимаете, сколько она это стоит. Сколько? 350? Да, 350, конечно. Это у вас стаканчик? Да, стаканчик. Дороже. После двух стопочек уже веселее идет процесс. Ваши, нет? Блюдце Олимпиада. 700 рублей дадим. Чашки 500 нет. Отдам. А 500 отдам. Ну, чтобы не лежал уже. И 800 говорили, блин, не хотят брать. Ну, 500 да. Отдать, чтобы не разбить. А с Салтыковским сеном тоже я дам. Нет. Там, знаешь? Лафетники, вот, смотри. Один получше. Почем лафетники? 500 рублей. Сколько? 500? 500. Ну, это нормально. Нет, вот тот стаканчик, тот дорогой, 200 грамм. Вот эти дешевые по 100 рублей. Да эти вообще. Это говно никому не нужно. Да. А тот царь. Мы сами такие посотки продаем. Ну правильно, под нет. Тот 10 грамм. Ну, Костик, бери тачку сразу с коньячком. А? Костик. А, был, а был, наверное. А да? Был бы где-то. Да, был бы, не заряжался бы, да? Ну, это война. Понял. Секва.
саквояж. Боже, вы положите. Целиком вообще в идеале за 1300. За 1300 и я отдам его за 1300. Столет почем? Так, 3,5. 3,5? Ну, за 3. Смотрел, Джак. Без козырки. Без козырки не знаю. Это, кстати, без козырочки вроде старенькая. Ну да, там год там за 500, не, ну что, прыжков? Да. 100 или 10? Нормально. Да это же не оригинал, а что, гонишь? Это же не оригинал. А что это? Ну, копия. Новодел? Конечно. Ну, видно же сразу. А, ты имел в виду, что не копия, а новодел? Конечно. Ты шо? Ну, просто, наверное, это... А, это ложечка. Девушка, ложечка почем? Может кто-то его возьмет. Сирень, почем у вас набор? 17. Спасибо. Да, интересно. Сумка штука прикольная. Где Ленин, Маркс. Кстати, мама очень серьезно. А это вообще РКК, что надо. Да. Вот это. Да. РКК. Вот этот самый верхний. Ну как он вообще? Что вы хотели? А сколько это? Вот это? Угу. 5000. 5000. Шикарная вещь, берите. И это 5. Агитация, берите, шикарная вещь. Мы русские, никому. Это как у тебя, на этом. Это карандашница, и это, наверное, сахарница, я так думаю. Жванецкая такая. Это мое мнение. Молодой человек, мы русские, не обманываем друг друга. Они в темноте сейчас. Светятся, да? Светятся, да. А что, флюра, да? Да. Краска флюра. И сколько это? 2000? Это баллончик. Баллончик и подручный материал. Вы сами делаете? Да. Это такое, как бы, стрит-арт. То есть быстрые такие работы, они очень интерьерные. Ладно, вам рекламку сделаем. У меня канал «Барахолка 3 семерки», можете посмотреть. Ой, а можете вот это? Да. Надо представить. Канал. На Ютубе, на Дзене. «Барахолка 3 семерки» называется. Ну, вы так по ценам скажите. Цена, вот это по 3. Это этюды Питер. В Питере прямо писала на натуре. Это канал Грибоедова. Это Петропавловка. Это массовый этюд. Вот эти по 5. Живопись уже так подороже. Ну вы тут сейчас постоянно? Раньше просто не видел вас. Сейчас постоянно. Хорошему человеку почем отдадите? Как этому? Не разговор. На пришельцу. Мальчик, ну 200 рублей надо? 200? Да. 200 надо. Они вам
по душе тут сладко. Берите. Да, надо на стадионе сжечь. Так, ты аккуратнее, тебя записывают. А, ну вон, он жечь. 360 поводу выпить, а мы... Мы только один использовали. Да. Красота какая. Ну что, бандиты? Ладно, прогуляешь. Они на ходу, кстати. С той стороны все там эти, то также пробы и мастер, кто там, я уже не помню. Зритель, я тут хочу медицинский. Знаете, чтобы не торговаться, вот чтобы не торговаться, 2500. Дайте мне, забирайте. Нет, это не так. Все в отличном виде. За 2 дадите? Нет, ну что, 4000 я хотел. Как первого, 2500, чтобы не торговаться. Сейчас я достану, покажу. Уж не дешево, явно, понимаете? Бля, сегодня вернисаж радует. Смотрите, Костик взял какую курточку за 1000 рублей. Она как? Ну, это летная. У нас просто Костик пилот, он в курсе. С козлиной кожей. Такие вот ништяки, да. Я, считай, фуражечку взял за 300 рублей вообще. Шик. Ну и такой натюрморт. Так, Костян нам столик даже накрыл. Ради покупок, да, красавчик, смотрите, ну, да, что сегодня не ходить по вернисажу. Ты посмотри, что это. Ну, сейчас костина, конечно. Да, бивень. Прикинь, вот смотри, вот эта серебряная тема, и вот эта баба вот так вот сейчас, ну. Да, я думал. Это вам это такая старина. Громоотвод. Громоотвод, Леха называет. Вот эти старина, это ж, представляешь, как наши, ну, умели делать? Интересные вещи. Щипчики даже, вот, смотри, видишь? Да, наконечники из кости, блядь, вообще шикарно. Это вот подвес, да, на меч, наверное, да, вот такой. Это привет просто меча. Вещи. Да. Да. Я в мае был, чтобы они знали вот этого. Под склон, в старой деревне. Да? Наверное, мужской какой-то, да? Прости, почему? Это 15. Под 15. Она как гранитная? Это камень, да, или? Да, камень. Камень. Сколько такое? Это 70. 7. Красота. Заказы пойдут у вас. То есть, в принципе, а так на заказ, если делать, грубо говоря, вот кукла вот такого размера, сколько будет ее обшить? Ну, вот. 750 отдаю. А, это вообще. Да. Это вот, видите? Очень дешево, да. Интересно, дешево. Интересно. А у вас тут номера 80. Какие-то есть? Нет, у нас тут. Нет, нет. Понял. Ладно, будем иметь в виду вас. Покажу вас. Красота такая. И ты сегодня и рюмочки взял, да? И такие. Сколько тебе обошлось? 1000 рублей. Рюмки за 300 рублей. Класс. Друзья, я взял за 300 рублей опасную бритву Золинген. Ну подожди, да я снимаю. А мне с этой не отдали. Не отдали. Армия китайская. Китайская армия? Денег стоит. Это 500, он ствол снял. Один 500. У нас вот таких 300 рублей. А что производство вообще? То, что мы знаем. Или наши, или китайцы. Вроде там стоит. 920. Макс, подойди сюда.
А точилка где? Достань. Точилочка такая симпатичная. Да. Сколько в итоге он? 6 же? А? 6? 8. Был 10 утра, сейчас будет собираться. Ну да, да. Он очень легкий. Тут, наверное, дерево какое-то вот это. Сделано. А вы что, фотографируешь? Не надо фотографировать. Да я же вас снимал уже, вы мне добро не давали. Не да надо, ладно? Не надо. Тогда платите этот самый. Бабки, бабки. Угу. Ну я понял, вот как он есть, да? Вот ну, почти. А, вот там еще это, как бы, да. Ну так цена сколько? Вот, 50. 50. О, да это вообще шикарно. А это век это, какой? 19? 19? Да, оно на ножках. Угу. Вообще класс. Это век какой? 19? 19, это по-любому. А есть какие-то там что-то какие-то? Короче, эта мебель стояла у полковника. Угу. Вот. Ее было много. Могу показать. Ну, по идее, должны все равно быть какие-то клеймы на них или нет? Вещь вроде такая серьезная. Может быть, где-то клеймы есть, конечно, я не смотрел. Это во время войны человек, короче, придет отсюда, с Европы. Ну, вообще антуражно очень. Очень антуражно. Нам просто либо ее отдать, либо на склад, а на склад 27 часов. Поэтому мы ее цену так опустили, чтобы забрали. Так, друзья, вот отчет такой небольшой. Купил коллекционеру знаки интересные такие. Так что, кто интересуется фалеристикой, тоже обращайтесь, друзья. Скоро будет обзор, большой обзор по флористике вот, у знакомого. Так что подписывайтесь. Это, наверное, старочек, тусили. Рейхенштанцы, ну и более.